Всем привет, народ! В этом видео опять будет чисто торговля, ничего лишнего, не будет никаких влогов, никакой мотивации. Вот кто ждал торговлю, сегодня будет торговля. Будет очень интересно, досмотрите видео до конца. Продолжаю я рубрику «Торговать в реальном времени». Покажу, как я торгую, на что я обращаю внимание. Также я вам буду рассказывать много полезной информации, на что вам нужно обратить внимание, что вам нужно подучить, что нужно изучить. Итак, для начала напоминаю я свою специфику, как я торгую. Я не насилую рынок. Если нету ничего, я в рынок не захожу. То есть, если есть классный сигнал, делаю профит и ухожу. Все. Вот, смотрите. Смотрите на NASDAQ. Сразу же мы, народ, видим уровень. Раз, два, три, четыре, пять. Пять касаний. Вот, уровень поддержки. Стал уровнем сопротивления. Я думаю, здесь можно нормально заработать. Только на этой валютной паре. Смотрите, вот при анализе, на что нужно обратить внимание, есть три типа ситуаций. Первый тип, это когда вообще на рынке ничего нету. Вот вы просто вот так вот пролистываете, вот просто ничего нету. Вот здесь сильный уровень. Давайте дождемся разворота и зайдем. Я не знаю, 5 минут может быть много. Давайте на 3. А, нельзя заходить меньше, да? Это крипта. Блин, видите, не успел. Не успел, чехлился. Очень сильный уровень, прошел разворот. Второй тип ситуации, когда сигнала нужно ждать. Вот, как на NASDAQ. Видите, график между уровнем поддержки и уровнем сопротивления, ну нету ничего, нужно ждать. Или здесь, или здесь. В центре мы не заходим в позицию. И третий тип сигнала, когда вот случайно просто попадаешь, вот, вот так вот листаешь, листаешь, вот попал, видите, я сразу же на него попал, но сделку я не заключил. И вы вот так вот проходитесь, 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 только ищите хорошую позицию. На что вам нужно обратить внимание? Вы должны знать, народ, все. Фигура разворота. Голова, плечи, фигура треугольник, уровни поддержки и сопротивления. Вот это вот основы, основы. Их вам нужно изучить. Насчет сигналов, да, когда страдает моя репутация. Люди вот думают, что будут 100% сигналы. И когда даешь один минус, представляете, один минус, у людей уже какая-то паника. Что случилось? Как это так? Да я же тоже теряю деньги. Люди говорят, все, ты намеренно сливаешь. Да невозможно намеренно слить. Я тоже попадаю в минусовые сигналы. Еще часто я пропускаю сигналы. Вот здесь нужно дождаться хорошей позиции. Я пока мониторю другие графики. Здесь уже я опоздал. И такое бывает. Вот нисходящее движение. Здесь может быть откат на 2 минутки буквально. Давайте протестируем, я не знаю. Я вот так люблю тестировать. На 5000, не на 50, на 5. На 1000. Если не сильно уверен в сигнале. Потом на хорошем сигнале уже перебиваю на 20. Не хочу здесь заходить, вот здесь нужно зайти. Ну так чисто, видите, на минутку я затестил. Почему на минуту? Почему не на 5, да? Вот тоже вопрос. Смотрите по прошлых ситуациях, да? Здесь минуты будет достаточно, и я не уверен, что за 5 минут он будет идти вверх. Он за 5 минут уже опустится. Так что, народ, обращайте внимание на свечи. Видите, все отлично, сделка зашла. Уровень. Идем дальше. Вот сейчас людям может показаться, что все так просто. Я вот просто смотрю ситуации, да. Потому что у людей стереотип, что нужно свечи, нужны, не знаю, индикаторы.
Да, они нужны, вы через это обязательно должны пройти, но я все фигуры разворота, вот все пин-бары я могу увидеть так, на зонном графике. Еще раз вам напоминаю, чтобы торговля не была скучной, да, вот пока я просто ищу какие-то хорошие позиции, когда я не разговариваю, я буду все это дело обрезать, потому что будет очень скучно. Вот почему я не провожу прямые трансляции. Вот видите, даже здесь туплю, потому что я, когда разговариваю, я думаю, что вам сказать, и отвлекаюсь от торговли. Это очень важно. Если у меня будут прямые трансляции, я их вот планирую провести. Чат будет отключен, я безумно буду отвлекаться на это все. Ну смотрите, здесь отличная позиция. Плюс смотрите, сколько было повторений. Всегда смотрите на тенденцию, на прошлой ситуации. Смотрите, доходил до линии, разворот. Доходил до линии, разворот. Откат, разворот. Вроде бы, да, видите, здесь уже начинается вот такое вот движение. Вот смотрите, вот это движение, вот это движение, вот это движение. Вот оно вроде бы начинается. Заходим, а у меня по 5000. Давайте, можно на 20, я думаю, здесь зайти. На 3 минутки, да, потому что, на минутку почему не захожу, потому что может еще колбасить вот его, я попаду в какую-то маленькую просадку, да, вот, какой мой прогноз? Ну, конечно же, что повторится вот эта вот ситуация, но еще раз вам напоминаю, что все может произойти. Может произойти пробой, может это произойти в любой момент. Вот подписчики спрашивают, вот как ты можешь знать наверняка, что так произойдет? Да никак, я этого не знаю, я не могу предугадывать рынок. Я не Ванга. Я вообще не знаю, что произойдет. Но есть процент, есть статистика, есть ситуации, как вел себя график. И 70-80% на то, что эта ситуация повторится. И 20-30% на то, что сейчас произойдет непонятная ситуация. График сейчас вот попедалит вниз, например. Вот и все. Это знают все трейдеры, это понимают все трейдеры. Вот, сейчас здесь непонятная ситуация. График, видите, появился определенный у него уровень. Ну, вот этот вот маленький уровень. Вот, который он почему-то не может пробить. Все может произойти. Сейчас он, вот, может опуститься вниз. Видите? Вот что-то ему здесь мешает. Очень часто, когда такая ситуация, вот график долго-долго вот здесь вот возле линии, он потом разворачивается. Все вам объясняю, все вам рассказываю и показываю, как все есть. Все может произойти, но здесь сделки закрываются в минус. Ладно, переходим дальше. Тоже вам совет такой. Вот какая-то у вас валютная пара не зашла, уйдите с этой валютной пары, ищите другую. Все, с этой валютной парой, например, не работайте. Там час. Так, что там наш NASDAQ? А уже 52%. Вот, видите, какая здесь шикарная ситуация. Скальпинг работает вообще на ура. Как я нарисовал вот этот вот коридор, так он и работает. Обратите внимание на эту ситуацию, когда уровень вот поддержки становится уровнем сопротивления, и наоборот, когда уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Это просто работает на ура. Тоже здесь на сколько заходить? Ну вот, на 3-2 минуты достаточно. Вот смотрите, сколько прошло времени от этого пика до вот этой вот просадки. Вот сколько здесь? Ну, 5 минут, да, наверное? Да, где-то 5 минут. Вот, значит, нужно заходить на 3-4, например, минуты, да? Но не на 10, вот. Почему вот здесь не зайти на 10? Потому что график уже подымется, вот и все. Это же так элементарно. Вот люди спрашивают, почему ты заходишь на одну или на две. Да смотрите просто прошлую ситуацию. Давайте здесь разворот и дождемся. Вот. Еще рано, нужно ждать, никуда не спешим.
Вот, например, да, такая же ситуация, как и здесь. Ну, здесь один был пик, ну, здесь два. Но, видите, ситуация повторяется. И здесь не нужно быть, не знаю, каким-то там экспертом, чтобы это все видеть. Конечно же, с опытом вы будете это замечать чаще. И все эти ситуации народ работает. И не нужны здесь индикаторы. Ну, еще раз таки вам напомню, что ну не все так просто. Вот если я вот так вот торгую, и люди думают, все, я сейчас тоже зайду, увижу что-то там, поставлю. Нет. Потому что многие меня обвиняют в том, что я говорю, что все слишком легко. Конечно же, нелегко. Конечно же, за этим стоит огромный труд. Конечно же, за этим стоит сотни бессонных ночей, сотни книг, сотни информации. Я столько, блин, в это все вникал, столько сидел на разных форумах, когда это все еще начиналось, когда вообще не было информации, когда в Ютубе даже не было видео, я тогда начинал. Но здесь добивать не стоит, потому что на таких процентах это... убийство на таких процентах торговать. Ну давай, давай, зайди, зайди, зайди. Еще есть время у меня. Очень опасная ситуация. Есть. Заходит наша сделочка. Опять, видите? Ситуация повторяется. Вот. И все строго, смотрите, идет по уровню, да? Один пик, отскок. Еще один пик, отскок. Вот два пика, отскок. Здесь вот еще один уровень нарисовался. Вечно путаю эти линии. Вот такой вот уровень. Так, ну что, смотрите, на NASDAQ. Сколько было таких движений? Ну, три, можно сказать. На евро-долларе пока два. Можно здесь будет что-то придумать. Я вам уже напоминал, когда график долго вот задерживается у определенной линии, у определенного уровня. Так, ну что мы здесь видим? Вот, опять же, видите, повторяется, вот, видите, ситуация, повторяется вот эта вот ситуация. Я здесь переживаю, чтобы 3 минуты не оказалось слишком много. Есть, есть, есть. Плюс, плюс. Ну давай закрой еще этот плюс. Ну. Возврат дали, отлично. Деньги мы не потеряли, это самое главное. Вот, немного деньжат нас уютили. На этом я буду заканчивать. Вот такой вот получился денек. Вот, продолжил я торговать на этом аккаунте. Напоминаю еще раз, что у меня не один аккаунт. Продолжил торговать с прошлой рубрики. Теперь давайте разбираться в сигналах. Итак, перехожу в закрытую группу. Давайте смотреть, вот, кто хотел посмотреть, какая там ситуация. Ну вот смотрите, все сейчас вам буду показывать. Вот, сегодняшний день, давайте посмотрим. По кайфу, спасибо. Вот, минус 97 рублей, да?
Вот сейчас посмотрите торговлю. Спасибо, спасибо. Минус 900. Плюс 800, плюс 2700. Вот, все как есть. У кого-то минус 70. Плюс 10 тысяч, минус 100. Спасибо, тебе большое, отличные сигналы. Так, 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 плюс 8200, да? Ну давайте смотрим ситуацию. Вот, минус, где, где минус? Вот, минус 55% от депозита. Я не знаю, как можно было бы здесь вот сделать минус. А, еще хочу вот вернуться к этим постам. Вот я вот хожу на разные встречи, на разные конференции, и оттуда беру все самое лучшее, самое полезное. Я беру вот пример позитивного настроя и применяю его к торговле. Это очень важно. Вы не представляете, как это помогает. Вот почему у меня совершенно другая группа. Вот почему у нас такой хороший результат. Я отличаюсь от всех. Я этим и отличаюсь. Я внедряю каждый раз новые фишки. И это очень правильно, народ. Вместе мы, народ, одна команда. Вместе преодолеваем трудности. И вот эти вот посты очень сильно помогает, привносят даже в жизнь какую-то частичку позитива. Это очень важно. Некоторые люди это критикуют, некоторые нет. Но, народ, поверьте, это очень важная тема. Потому что я очень много внимания заостряю на психологии. Так, смотрите, ну вот, последний сигнал. Ну, смотрите, ну, треугольник. Кто не знает, что такое треугольник, фигура разворота, пожалуйста, народ, вам это нужно гуглить. Я не могу новичкам каждый раз видео это все объяснять. Вот, график с каждым разом ближе к уровню сопротивления и происходит пробой, видите? Ну, здесь стопроцентный сигнал, ну давайте посмотрим. Ну, понятное дело, что здесь у всех плюс. С легкостью преодолев еще одно полчище персидского отродья, славные воины, не дрогнув перед будущим сражением, гордо пошли навстречу судьбе. Вот, сделали крутой сигнал. Все довольны, у всех все отлично, люди заработали деньги. Вот. Просадочка, разворотик, зашли. Вы все видите сами. Уровень сопротивления, уровень поддержки. Идем дальше. Вот, тоже. Ну, понятное дело, здесь стопроцентный сигнал. Просадка, разворот. Просто все на высшем уровне. И понятное дело, здесь тоже у всех людей плюс. Да, но есть и неудачные дни. Вот давайте сейчас разберем неудачные дни. И, кстати, напоминаю, что я дублирую сигналы в Телеграме, чтобы все выходило четко, без задержек. Погнали. Вот, видите, шикарный день. А, вот, кстати, почему-то пропустил сигнал. Вот, смотрите, просадка, все четко, да? Но, видите, 5 минут много, сорвался сигнал. У многих людей здесь минус. И люди кипишуют. Все, это первый сигнал. Все, блин, минус. Как так? Что ты делаешь? Ну как вы можете так относиться? Блин, да бывают, конечно же, минусы. Вот есть уровень, поддержка, сопротивление. Все четко. Но вот такая вот ситуация происходит. И она часто очень происходит. Так, вот, смотрите. Рынок вел себя очень непредсказуемо. Но здесь, видите, вот все сигналы в плюс. Весь день в плюс. Вот, смотрите. Это день. Последний сигнал в плюс, потому что я всегда стараюсь заканчивать плюсовым сигналом. Вот, смотрите, ну, видите? Все, здесь ничего не сделаешь. Можно было, конечно же, здесь взять догончик на минуту. Все, здесь минус. Минус, он и в Африке минус. Идем дальше. Вот здесь нормальная ситуация, но в конце рынок вел себя непредсказуемо. Посрывались сигналы. Блин, случается такое. Вот здесь, смотрите. У меня плюс, у многих минус. Да, вот люди вот не словили вот эту вот просадку. Часто такое бывает. Ну вот здесь, да, был уровень, вроде бы все шло отлично, нет, сорвался, даже если бы я здесь зашел на просадки, но я здесь не зашел, я уже побоялся, ну сорвался сигнал. Вот здесь тоже непредсказуемый сигнал, вот люди вот зашли вот где-то вот здесь, и все, и у людей минус. Вот как раз в такие дни и решается судьба, кто как относится к торговле. Кто как слушает, блин, мои указания. Потому что если сигнал верняковый, что ты вот здесь вот поставил вниз, и он, понятное, пошел вниз, у всех плюс, это легко. А вот в такие дни нужно включать голову, в такие дни нужно думать. Вот этот пример, да, что поставил, и на минуту он пошел вверх, на 10 минут он пошел вверх, здесь все четко. Вот, такой сигнал, конечно же, да, все отлично у людей. Но люди не следуют указаниям, люди не хотят заходить на просадки, люди не хотят думать, люди хотят побыстрее, давай, давай торговать, давай, давай, заходи. Зачем ты делаешь всякие там мотивационные посты, давай, давай строго торговлю, и сливаются. Не хотят включать голову, вообще не хотят думать, не хотят обучаться, не хотят, не знаю, да хотя бы протестируйте, да поторгуйте, вы присмотритесь, пролистайте статистику, посмотрите, какая специфика нашей работы.
как я захожу в сделки, на что обращаю внимание, что пишу. Не знаю, позадавайте вопросы людям. Блин, да это же ваши деньги. Люди на меня гонят, да, когда вот неудачный день. Но это же ваши деньги. Значит, вы вот так вот просто хотите расстаться со своими деньгами, да, получается? Ну вот здесь нормальный денек, да? Вот, смотрите. Вот, я уже так объясняю. На 3 минуты. Почему на 3 минуты ставка? Вот, посмотрите прошлые ситуации, потому что на 5 минут было бы много, да, график уже развернулся бы. Смотрите, да, вот какие шикарные ситуации. Сопротивление, поддержка и график уверенно идет вниз. Вот. Вот в таких сигналах, понятное дело, у всех плюс. Так что, народ. Вот, я вам всю статистику показываю. Блин, я могу просто вот так вот листать. Вот, вы все можете наблюдать, как все у нас здесь происходит. Так что, кому интересно, добро пожаловать в мою закрытую группу. Первая ссылка в описании. Здесь мы обучаемся, торгуем, зарабатываем деньги. Кому не интересно, блин, не добро пожаловать. Да, еще раз вам напоминаю, что вы можете делать, да что захотите, выбор за вами. Вы можете вступить в группу и просто смотреть. Вообще не торговать, вообще не касаться к деньгам, но просто смотреть. Вот зайдите и месяц просто понаблюдайте, вот что вам мешает. Вход бесплатный, за вход я денег не беру, но вам, конечно же, нужно будет пополнить свой счет. Но вы можете пополнить и не торговать, понимаете? Вы можете пополнить, блин, вывести деньги и просто обучаться. Вот что вам мешает? Параллельно, блин, читаем книги, сидим на разных форумах. Посмотрите все мои видео, я вот не могу в каждых видео объяснять самые-самые азы. Вы вот посмотрите мои первые видео, там, где я рассказываю об уровнях поддержки и сопротивления. Блин, я вот заказал диски у одного трейдера на 7000 долларов. И там материалы, чтобы вы понимали, вот весь мой YouTube, вот все мои видео, вот там вот в 10 раз больше. Я не знаю, как я их успею просмотреть, эти диски, они все еще на английском. Вот моя любимая будет мне все это объяснять. Как торговать с американскими акциями. Я вот хочу переходить. Вот, немного забегу наперед, раскрою вам такой секрет. Но все в свое время. Так что, народ, закрытая группа, первая ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Instagram, тоже все ссылки в описании. Обязательно поставьте этому видео лайки. Покажите, что вам интересна такая рубрика. Покажите, что вы хотите такую рубрику. Я буду выпускать видео чаще. Огромное спасибо всем за просмотр. Удачной торговли. Пока.